А вот некоторые взрослые дичают. В Красноярске пассажир ударил девушку-кондуктора из-за просьбы надеть маску. Произошло это в автобусе номер 80 и попало в объектив камеры наблюдения. Как рассказала сама пострадавшая, она попросила мужчину надеть маску, но ее у пассажира не оказалось. Тогда кондуктор дала ему новую и продолжила работу, но, похоже, мужчина затаил злобу. При выходе он ударил женщину по голове с такой силой, что она отлетела в сторону. Правда, быстро пришла в себя и даже попыталась дать сдачи обидчику, но получила новые удары. После случившегося кондуктор поехала в БСМП, где ее осмотрели и поставили диагноз – ушиб мягких тканей. Я отскочила, ударилась головой, поднялась, получается, как бы хотела тоже это. И он меня еще раз пнул, получается, два раза, и потом выскочил. Ну, это дело точно так просто не оставлю, как бы... Буду дальше, я пойду, побои снимать и все такое.